не секрет, что мы перешли в активную фазу региональной кадровой политики. Мы присматривались, смотрели, как мы изъявляли. Мы прежде всего хотим, чтобы руководство было муниципальных образований понятно, и укрепляя направление, муниципальное управление, мы хотим, чтобы наши коллеги тоже имели достаточно высокую квалификацию, могли самостоятельно работать. В Осташкове, вы знаете, трудится наш коллега Алексеевич Титов. Сейчас члены правительства выставили свои кандидатуры на конкурс в городе Торжке. Это Александр Владимирович Меньщиков, заместитель председателя правительства и заместитель министра имущественных отношений. Вторая кандидатура от нас. Потому что тем самым мы хотим подчеркнуть статус. И так дальше будет продолжаться, потому что люди, которые... Ну, собственно, это федеральный тренд, вы тоже это видите. Люди, которые поработали областными депутатами, поработали в правительстве, они имеют, я думаю, и возможности, и, я думаю, у них есть здоровые амбиции. Но и главное, конечно, уже они имеют опыт работы со своими коллегами, и это им даст дополнительные возможности в реализации приоритетов по развитию наших муниципальных образований.